С одноклассниками общаюсь мало. Встречаюсь с теми людьми, с которыми в свое время вместе в храм ходили, вместе о чем-то рассуждали, бродя по московским улицам. Эти люди мне ближе. Я с юного очень возраста жил чтением, размышлениями, общением с людьми, которые, может быть, старше меня были, иногда гораздо старше. Конечно, есть какие-то контакты с одноклассниками, но эти контакты скорее сводятся к переписке очень такой редкой и поверхностной. Мне всегда были ближе люди, которые имели что-то внутри, какой-то жизненный опыт, с которыми можно было бы поговорить. И, конечно, мне были всегда близкие люди с серьезным полетом мысли, поэтому, может быть, некоторые люди мне были менее интересны, чем книги, чем фильмы, чем музыка. Не знаю, хорошо это или плохо, но общение само по себе – это не обязательно самая важная ценность. Важно, зачем ты живешь, что ты слышишь от людей, что ты можешь людям сказать, и каков для всего этого смысл с точки зрения вечности, с точки зрения твоей вечной участи.